Доброго времени суток, уважаемый зритель! Сегодня я хочу познакомить тебя с проектом, который называется XRT. Это проект, который обещает революционизировать способ оплаты в пищевой промышленности, введя более быстрый и безопасный способ оплаты, чем карточный и наличный. Как мы видим на сайте, нам сразу же предлагают купить токены. Также нам представлены все данные о данном токене, который называется SRT. Проект добьется этого путем внедрения собственной криптовалюты XRT токен. Как вы видите, ICO 4 дня, скидка 5%, поэтому успевайте, приобретайте, как по мере движения, везде у вас есть возможность купить, не надо листать по сайту. XRT Foundation является продуктом двух молодых предпринимателей, а именно MJ Пауля и Анила Кумара. Проект был разработан для ресторанов и гостиничного сектора. Фонд планирует сотрудничать с крупными продовольственными компаниями, чтобы заменить метод оплаты Cash and Card на XRT токен. Тут мы с вами видим оценки, которые дают данному проекту. И как мы видим, оценки в основном пятерки, четверки, 4,5. В общем, оценки довольно-таки хорошие, что не может не радовать. И видим, что очень много мест, где оценивали данный проект. Это тоже говорит о том, что этот проект действительно стоящий, раз его оценивало столько людей. Ведь плохие проекты никто не будет даже и пытаться оценивать. Здесь представлены ICO, когда они проходят и какой бонус они дают. Сейчас мы видели с вами ICO 3, старт с 16 августа и конец 30 августа. То есть именно то, что сейчас и предлагают. Видим, это уже закрыто, это уже было пропущено. А скидка была в самом первом раз 50%. Сейчас же вы можете приобрести только с данной скидкой, 5%. Еще раз вернемся для того, чтобы показать вам, что осталось всего 4 дня и 5 часов до момента, когда вы можете приобрести данный токен. Вот вся информация, здесь нажимаете Buy Now и сразу же приобретаете данный токен. На этом мой первый видеообзор подходит к концу. Я надеюсь, я дал вам немножечко понятия, что это за проект. Если у вас осталось много вопросов, то вы, конечно же, можете перейти по ссылкам в описании на сайт, изучить его и узнать все, что вас интересует. В следующих видеообзорах я подробнее расскажу о данном проекте. А сейчас всего доброго и до новых встреч!